В Украине незначительно выросла добыча газа в 2018 году. Украина в 2018 году увеличила добычу природного газа на 0,3%, 64,8 миллионов куб/м, по сравнению с 2017 годом. Добыча природного газа в Украине в 2018 году увеличилась, по оперативным данным, на 0,3%, 64,8 миллионов куб/м, по сравнению с 2017 годом, до 20,89 миллиардов куб/м, об этом свидетельствуют оперативные данные АО «Укртрансгаз». Согласно им, в частности, добыча газа АО «Укргаздобыча» составил 15 миллиардов 419,8 миллионов куб/м, плюс 1,2% к 2017 году, по АО «Укрнафта» 1,078 миллиардов куб/м, минус 2,1%, другими компаниями 4 миллиардов 392,3 миллионов куб/м, минус 2%. Указано, что в декабре 2018 года добыча газа составила 1 миллиардов 828,4 миллионов куб/м, плюс 2,1% к декабрю 2017 года. В ТЧ добыча Укргаздобыча составила 1 миллиардов 357,5 миллионов куб/м, плюс 3,3%, Укрнафты 95,4 миллионов куб/м, плюс 6,9%, других предприятий 375,5 миллионов куб/м, минус 3,1%. Как известно, добыча природного газа в Украине в 2017 году увеличилась на 4%, на 804,3 миллионов куб/м, по сравнению с 2016 годом, до 20 миллиардов 791,4 миллионов куб/м. Ранее стало известно, что частная добыча природного газа в 2018 году выросла на 18% до 3,1 миллиардов куб/м. Перед этим в Укртрансгазе сообщали, что в середине ноября суточная добыча газа в Украине достигла показателя 59 миллионов кубометров в сутки, что является рекордным показателем за 4 года. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmicrespondent.net. По материалам сайта newsgra.com.